Ну что ж, проникаем на территорию, проезжаем насквозь, находим быстро какой-нибудь выезд сзади и скатываемся в баймак. Такая вторая часть плана. Пожалуй, я баф одену. Потому что на спуске будет дуть в лицо. Тут должна быть еще охрана, которая на вышке это сидит. Надеюсь, сзади вообще есть проезд. И не придется возвращаться сюда. Так, вон там какая-то дорога, да. Можно идти в подъем. Так, что-то там виднеется. Так, не увидел я дороги четкой сзади. Так, туда, надо ехать туда. Идет дорога туда, но она под снегом, она будет более скользкая. Так, что, ехать на снежную дорогу или спускаться тем же путем? Всегда новая дорога лучше, так что я лучше поеду туда, выйду на ту дорогу и как-то туда уеду в баймак, хотя может она и не идет туда, ну фиксим, новые пути лучше. Yeah.
справа видно следы. К тому же я открою еще один возможный подъем на вышку, если здесь скачусь. Что ж, налево или прямо? Давай прямо. Путь немного длиннее получится. Эта дорога идет куда-то не туда пока что. Кажется, здесь подъем будет более крутым, чем там.
включу я пару опций. Выключу тряску цепи и понижу седло на 1.5 сантиметра. Ну, меня стягивает налево, что я могу поделать. Куда она идет? Мне подниматься точно не надо. Надо свериться с картой. Так. Надо свернуть на менее накатанную на дорогу, чтобы продолжать скатываться вниз. Та дорога пойдет в следующую деревню. Мне это не нужно. Лошади стоят. Привет передаю. Вот невидимая дорога. Она идет сюда, что ли? Ага, вот еще. Блин, это тупик. Нужно продолжать двигаться по той же дороге, потому что она хотя бы накатана. Я же не могу наугад переть несколько километров через засыпанный снегом лес.
Эта дорога не собирается к Баймаку поворачивать даже. Надо поднять седло, тяжело крутить, а то... Так, что там? Сколько я проехал? Еще раз глянул на карту. Ну, непонятно, где эта дорога вообще будет сворачивать вниз. Небось, она вообще будет идти только вверх по хребту. Ну, однозначно, должны же быть какие-то дороги в деревне. Вот там скачусь и дальше уже известным летним путем доеду до Баймака. Заезд получится длинный, больше, чем я ожидал. Так, вот какая-то дорога налево, наверное, на нее поеду. Thank you.
Интересно, каково это? Чувствую себя заблудившимся, когда не понимаешь, где находишься. Это все время знаю, где я относительно других ориентиров. А если ты человек, который ты далеко от дома никогда не был, наверное, паника начнет включаться. Еще прибавить к этому: о, скоро заходящее солнце. И диких зверей, которых здесь нету. Но если этого не знаешь, то они есть. Медведи, волки, лоси. Сейчас тактика простая: двигаться в ту сторону и скатываться. Скатываться в сторону города. Тут и карты не нужны никакие, и ориентирования. Вот еще дорога, которую я мог найти. Это следы, возможно, зайцев. Ну или кого-то такого, кто предпочитает по дороге двигаться. Нет, это может быть лисы, потому что видно когти. И лапа собачьей формы. Ну тут какую дорогу выбрать? Ну, город слева, значит, налево надо выбирать. Но она имеет небольшой подъем. Давай лучше прямее проеду. Потому что сейчас будет спуск. В какую сторону он будет?
куда? Направо или налево? Давай направо. И туда дорога идет. О, право или лево? Давай право.
аж до Грабского доехал. Обратно вниз. Или туда, что ли, поехать? Или сразу туда? Туда, наверное, лучше ехать. Ладно, понижать не буду. Да? Сейчас. На той горе мы останавливались первый раз, когда поднимались тем путем, да. Здесь дальше будет гравий. С той стороны холма. С той стороны холма мы ездили, а теперь я поеду с этой, да. Вот какая задумка. Ну вот, вроде бы спуск и закончился. Так, ну что, как лучше доехать до города? Ну, может быть, сюда. Да.
Вилка-то замерзла. Доехал. Дальше по городку проедусь. Ну что ж, отправляюсь к месту эвакуации на ощупь, без карты.
Что тут может быть сложного? Отключу эту опцию. Погнали. Улица Идельбая. Там был проезд. А, если здесь повернуть. Наверное, это тупик. Воздух.
Ага, погнали это место. Это финиш. Финишируем.